Descendo a pisadinha com o dedinho na boca, oh, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha. Pisadinha, ô oh, pisa no meu coração novinho, ô oh, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha, pisa, ô oh, pisadinha. Это туп солнечный, это ли на проводе? Анюткины глазки, видите, я их рано посадила, что они как бы и отцветают. Что у меня? У меня капучино, масло, сальмоны. У меня пару кусочков хлебушка есть. И Симончик что у нас делает? Сидит, смотрит в окошечко, а Машуля там сидит, да? Все смотрят, все. Мне приятного аппетита. Доброе утро. Вот это я. Сейчас я сначала позавтракаю, потом сделаю себе масочки для лица. У меня всего осталось вот два кусочечка хлебушка. Это когда мы вчера с Александрой обедали здесь рядом в кафешке, сидели, то хлеб, я говорю, я хлеб домой заберу. За какашечками приезжали для какашечки котиков забирали на анализ. Ну и сколько сдавали, у нас никогда ничего это. Все нормально было. Все, у меня получилось 4 кусочечка хлебушка. Так, капучинку. Как давно я так не завтракала. Как много я себе отказывала эти 2 месяца. Блин, как же все-таки жизнь прекрасна и удивительна, когда можно... Девочки, я симпатичная, это я просто так проснулась. Это освещение такое. Освещение такое. Сейчас я себе в порядок приду, буду еще такая, еще и та королева. Это нечто. Это очень вкусно. Я сделаю маску для лица. Ох, переключаемся. Ну что, я позавтракала. Очень даже хорошо позавтракала. Утром сегодня встала, котики молодцы, ничего не разбросано, везде чистенько. Молодцы, сегодня осталась довольна. Сейчас посмотрю, если высохло белье. Мне надо снять белье, вывесить белье. Коврики сегодня постирать. Стирки очень много набралось за эти дни. Ну, учитывая, что еще такая же погода была. Так, что мы делаем? Какую масочку мы это? Смотрите, телефон еще остался мой. Давайте, какую масочку? Вот такую. Эту я делала, помните, масочку. У меня их много. Это хорошо, когда... когда их много, есть выбор. Так, ну давайте... давайте вот эту, да? Зелененькую. Это я тогда Святославе высылала такие маски. Она даже запечатана еще. Сестре. Сестра, по-моему, делала масочки. Что-то звоню, не могу ей дозвониться. Сегодня встала чисто, везде чисто, убрано. Молодцы, прям вообще сегодня порадовали, потому что в тот день я убирала, видите, запечатано еще. В тот день я же убирала, а это, проснулась вчера, не могу понять. Девочки, чем больше я хожу с этими ногтями, тем больше они мне нравятся. Как-то я к ним уже привыкла, приловчилась. Первый день вообще было неудобно, а сейчас уже все. Так, ну что, масочка. Ой, пахнет огурцом. Угу. У меня сегодня после обеда, боже, слюни пошли, после обеда встреча, я вас познакомлю со своим продюсером, вот, он вам расскажет, ответит лучше, чем я на вопросы, которые вам интересуют, которых и вам некоторых интересовали, вот, так что он приедет там по делам, кое-что там надо с ним решить, вот. И как раз я у него там на 5 минут, типа как, ну, познакомлю вас с ним. Он просто расскажет там о фильме, кому интересно. Потому что я читала комментарии, что я там все выдумываю, что-то там я не понимаю, зачем мне что-то выдумывать. У меня
В жизни все равно что-то происходит, и плохое, и хорошее, зачем выдумывать? Вот, поэтому надо привести сегодня в порядок. Я все никак не могу, видите, жрачка на меня напала, начала прям есть хочется все подряд. Все подряд, но нельзя, потому что ну куда ж уже. Такая работа была проведена, так верх живота ушел, что теперь это в себя эту пищу кидать ненужную. Это, знаете, не желудок, не этот, не организм, а как холодильник. Все у него пихаешь. Не хочу я так. Картошечку в мундирах парочку отварить. Капусточку это самое, или брокколи сварить. Девочки мне советуют всегда, говорят: Марина, мажьте шею. Вот как вот потом ее смывать-то, эту шею? Ее же потом смывать неудобно. Я показываю маски, когда я делаю, я не показываю там, чтобы это было отвратительно. Я знаю, что я читала комментарии, то есть попадались такие комментарии, что девчонки писали, что вот как-то вот не то, что наглядный пример, а просто когда ты мажешь, и человек смотрит по ту сторону экрана, он говорит: все, сейчас я встану, пойду это и сделаю. А когда вы просто говорите, там, я сегодня масочки для делала, то это как-то оно не побуждает тебя встать и тоже сделать, да? И я читала, там девчонки писали: молодец, что показываешь, потому что я тоже встала, там пошла и намазала чем-то лицо. А так, если просто сказала, ну сделала, все равно лень у нас присутствует. Что я сейчас делаю? Я сейчас, пока маска у меня на лице, я не буду пока переодеваться, потому что сейчас буду это, обляпаюсь. Я сейчас пойду, посмотрю, если вещи высохли, сниму. Мне сегодня надо погладить будет, если я успею. Хотя бы некоторые вещи мне надо будет погладить. Вот, и протру быстренько полы. Протру полы. Все, ну, по сарам, всего самого хорошего, самого доброго. Я сегодня одна, Александра сегодня нет. На той неделе я с ней зацепилась, потому что она мне сказала, что... Я слышу, она орет там в комнате у себя. И она говорит, я поругалась с девочкой. Типа, ну, назвала имя одной, у одной имя на букву М. И вот эта вот, которая к нам приходила, у нее на букву М. Я эти имена путаю, я вообще имена путаю. И она говорит, мы там типа поругались. Я говорю, боже, только начали дружить, только школу поменяла. Когда ты, говорю, со всеми успеваешь ругаться? Говорю, это нехорошая черта характера. И мы с ней зацепились, я расстроилась. Не расстроилась, потому что она с этой девочкой типа поругалась. Да, вот, которая к нам домой приходила, вы видели. А потом уже вчера или позавчера сидим с ней, я говорю, так а что ты с ней, говорю, за что, из-за чего с ней можно поругаться? Да, я плохо девочку знаю, я там ее пару раз видела, да, там, мы можем демонстрировать на людях одно поведение, а в душе мы можем быть другим человеком. И я говорю, может, я там ошиблась, я говорю, ну, из-за чего с ней можно ругаться, с такой девочкой? Она говорит, мама, да не с ней, говорит, вот с той, говорит, компанией, с которой я гуляла еще там год назад, 2 года назад летом, вот это вот. Я говорю, а чего? Она говорит, ну, потому что, говорит, она с мальчиком поругалась, со своим, типа, женихом. Женихи, всех женихи. Она говорит, она с ним поругалась, а я, говорит, с ним... Точно, будь здорова, Марина Владимировна, извиняюсь. Она говорит, а я с ним в хороших отношениях всегда была. И говорит, так как иногда мы с ним разговариваем, она меня назвала... Я говорю, боже, детский сад, назвали путана, я говорю, расстроилась, господи. Я говорю, в нашем возрасте, если нас назовут так, так мы как за комплимент принимаем. Вот, и она говорит, что типа она меня обозвала, мол, этим словом, потому что я общаюсь с этим парнем, а я, говорит, общаюсь просто потому, что ну, мы все время общались с ним. И говорит, из-за того, что она не общается, так что мне теперь не общаться? И та ее обозвала, это ей не понравилось. И они там типа поругались, все. Все, девчонки, все равно пол протру, хотя я сегодня встала на удивление. Очень чистенько, прям вообще все молодцы, мне сегодня все понравилось. Котики молодцы сегодня, умнички. Ну, погода такая ветреная немного. Погода немного ветреная и срывается, наверное, дождик будет. Мне там Саше на белье надо повесить. Коврики по-любому сегодня постирать. В общем, короче, девчонки, что я буду шуршать по дому? Как у любой нормальной женщины, надо пошуршать по дому. У меня очень сегодня чистенько,
Прям вообще я... Ну, один бубон, как ты... Бубон оторвали. Здесь проветривается пока. Да, девчонки, погода такая, что, наверное, будет дождь. Пульт нашла, очки нашла, все нашла. Хорошая погода, блин, так не хочется, но надо сегодня на встречу идти. Вот мне надо погладить Александра этот самый штуку, в которой она ходит в училище. Так. Стараться что-то погладить, хотя бы костюмы свои у меня, мои спортивки высохли. Просто что неудобно, что кофта в этих спортивных, ну вот в этих костюмах, которые я покупала, через голову одевается. И когда на улице жарко, у нас резко прям потеплело, прям резко. Можно будет... ездить за комодиком, посмотреть комодик себе. Я одного Александра хочу комод, очень удобный. Даже если два одинаковых они, но он очень красивый и очень удобный. Да и косметика, все можно туда убрать. Так, ладно, это сюда. Вот мне надо вещи доснимать. Карло, значит, очень меняется. Я за него рада. Я за него рада, потому что он солнышко, потому что он девочке подал, вчера у него было первое собеседование, ему нравится его работа, у него очень тяжелый начальник на работе, и он от этого даже больше, знаете, когда вот вы идете на любимую работу, но там начальник, это жесть, он просто выносит мозг, причем всем, и для того, чтобы уйти с этой работы, надо что-то найти, уже еще когда перед тем, когда мы ругались, когда он говорит, я никуда не уйду, вызывая полицию, тогда уже я говорила, что если ничего не делать, то ничего не будет. Поэтому надо что-то искать, надо куда-то ходить, надо с кем-то договариваться, надо иметь знакомые, да, чтобы там, как пионерское радио, да, типа разнесло по всему свету. В общем, он, когда вот это ж я поехала на съемки, вот это вот его сподвинуло, что типа в жизни надо что-то делать, это очень приятно. И он взял три записи. Одну работу ему он вчера приезжал сюда в Пизу на собеседование, предложили на 300 там, евро, выходит дороже даже, больше работа, но так как он этот, живет здесь от Пизы где-то, ну, минут 20, это точно на машине, это опять же бензин. Но суббота, если хотите, работаете и вам оплачивают, если нет, лежите дома на диване. Тут все болит, вот это вот все болит, все вот это вот болит. Вот, понравился ему хозяин, он показал свои работы, он говорит, нифига себе, говорит, да ты, блин, классно работаешь. Потом он, так как он учитель младших классов, он отучился 6 лет, не знаю, потому что у него уже нет стажа работы, как у них тут в Италии с этим, он, по крайней мере, записался на учителя младших классов, ну, на учителя, скажем так. Он очень пацан и эрудирован в этом плане, то есть с ним очень интересно, особенно вот
ребята, когда собираются компаниями, он на любой вопрос может дать ответ. Вплоть до даты там и где-то случай. Он башковитый, то есть в этом плане он умный мужчина, он не глупый мужик. Сережа. Сережка, ох ты все около меня, а? Ох ты все около меня, да? Сестра говорит, Марина, ну как это, ну он так тебя любит, его оставлять надо. Я говорю, да куда ж он? Серега, девки, это самый лучший кот за всю историю моих котов. Насколько он ищет человека, чтобы с ним был контакт, это вообще, это нечто. Вот. И он подал учителя, там, на учителя или там, на секретаря, еще на кого-то. То есть он подал вот эти вот заявления. Вот, не знаю, там, как со стажем. Ну, по крайней мере, возьмут, не возьмут. Там, я сейчас не хочу демагольствовать. В том плане, что человек что-то сделал. Куда-то записался, куда-то что-то подает, понимаете, что-то себе ищет. Вот это вот самое главное. Я за него рада. Я говорю, Карла, я бы очень с удовольствием бы хотела видеть тебя в роли вот учителя, потому что ты, он с детьми общий язык находит. Когда у него был свой спортивный зал, он занимался с детками, дети его очень любят. У него, он терпеливый такой, он хорошо объясняет. Я не знаю, я бы так не смогла. Я, конечно, за то, чтобы, если бы его взяли хотя бы там на пару часов, там 5 часов в день, да, преподавать какой-то предмет. Он не дурак. Не знаю, может, ему как-то какую-то проверку он будет проходить там какие-то... Ой, сейчас упадешь. Какие-то там, может быть, экзамены он будет сдавать перед этим, без понятия. Но я очень рада, что вот это, что у него это происходит, что есть какое-то желание что-то делать, понимаете? А желание, девочки, это все от того, что вот... Я сейчас не хочу яйкать, но я просто констатирую факт, я Констанция, что после того, когда я вот начала что-то делать, то и он понимает, что в этой жизни надо что-то делать. Возможно, у вас не получится. Смотрите, как в Италии складывают полотенце. Берете полотенце, заворачиваете здесь и здесь. Сейчас я вам объясню, почему так они делают. Это меня бабушки научили, естественно. Завернули это полотенце. И теперь в полотенце вообще во всем в доме не должно быть свободных углов. Прячем вот так вот. И здесь заворачиваем. Видите, получается, что оно без углов. Потому что это портамале, как это. Это чистенькие полотенца, которые покупала черт знает сколько лет на базаре. В каком качестве до сих пор там полотенце по 3 рубля в наборе шло. Это еще маленькое для подмывания. Что это типа примета такая, чтобы не было открытых углов у полотенца. Ну, низ я гладить не буду, я его просто сверну. А нет, это вверх. Сейчас вывешу белье. Все. Полы протру. Глажка у меня так, типа, то, что успею, поглажу, то, что нет, потому что мне сегодня встреча. То, что нет, нет. То, что не успею, когда глажу потом. Все, пошла я одеваться, потому что я не знаю, сейчас эта женщина придет за контракт. Я читала комментарии, девчонки написали, Марина, не меняйте контракт, будете больше платить. Боже мой, девчонки, я знаю. Может, дверь не открывать? Без понятия. Ну, в любом случае, придет, послушаю, что она мне скажет. Это я такая лошица, мне сейчас по ушам как проедут. Все, давайте, девчонки, до вечера. Просто снегом стать. Первым, 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 первым по титулу.